помогать в борьбе с Родри. Ну, в середине первого тайма с добиванием неприятное. 25 минут провел на поле Илкай Гюндоган. Подбирает мяч Диас под правую, бьет Колумбия. Уокер абсолютно неуступчивый защитник, впрочем, как и любой другой команды. Вот, пожалуйста, потеря, которую совершает защитник. Луис Диас выбегает в контратаку, убегает от Родри, можно бить поворотом, проскакивает в конце, удар, гол! Ничего себе, что делает Порту! 14-я минута встречи. Достаточно далеко от него располагается Рубен Диеш. И где не каким был гол эффектнее, важно, какой счет на табло. Видная, которая была явным фаворитом. Рогаю потерял, и Гарсии удалось это недовольство выиграть. Боец команды, которая регулярно играла в Лиге Чемпионов. И она и в плей-оффах наступил на Мусу Мрыга. А мяч остается у Порту. Диас, передача. Но, надо сказать, что, в принципе, для него нет каких-то серьезных авторитетов, и он очень... Диас. Побегает за Нузи. Диас. Ривейра, Урибе. Очень неплохо Луис Диас. И забегает во фланг за Нузи. Потому что Диас... Ну, это, конечно... А нет, это за Нузи. Передача Луис Диас. Низкорослый защитник у Сити. Это все новички. В первую очередь Консесао полагается. Мне кажется, вполне удовлетворен тем, что он сумел забить. При этом доказывал в разных клубах, не только в Португалии. А я так прикидываю всех остальных. Итак, Занузи, по-моему, может продолжить встречу, пока из малийского нападающего. Сколько же моментов? Диас. Диас. Опять фланг свободен. Отрабатывать в обороне Мореза. Диас. Мягкая подача, и мы... Она просто перелетела, да, мяч перелетел Эрика Гарсию. Йохим Камфуйс и Кевин Блом. Команда была вынуждена распродавать своих игроков, и в итоге заработала 70. Передача на Луиса Диаса, против него Рубен Диеш. Ну и что Луис Диас? Опять это основной защитник. А Луис Диас... Так, неужели Порту собирается играть в 4 защитника теперь? А, нет.